Бывшего главврача перинатального центра Андрея Павлова увезли на скорой в реанимацию прямо из зала суда. Туда его доставили, чтобы решить вопрос о продлении меры пресечения. Однако у Павлова, по словам адвоката, случился острый гипертонический криз. В реанимации БСМП он находится уже четвертый день. Врачи оценивают состояние как стабильно тяжелое. А близкие рассказывают, Андрей Павлов жаловался на плохое самочувствие последние полгода. Однако его так и не выпустили из следственного изолятора. Напомню, экс-руководителя краевого перинатального центра арестовали в январе по подозрению во взятках.